Всем привет, Костоло, здесь мы с вами продолжаем проходить Астерикса и Обеликса XXL. И продолжаем проходить Гильвецию. В предыдущей серии мы с вами начали ее проходить, и в предыдущей серии мы с вами закончили проходить Грецию на боссе. Увы, все лавры, лавровые венки мы с вами не собрали, к сожалению. Одного не хватило. Вот, но ничего страшного. Сейчас мы сами собираем кое-что другое. Мы сейчас сами собираем новые шлемы на новые приемы. А, в смысле? Чего? Не понял. Допустим, я вот сейчас вернусь, вот так вот возьму, типа. А, подожди, а. А! Я понял. Я не заметил. Все, окей. Ой, блин. Фак. Ладно. Я не заметил. Потому что этот лифт, он находится в очень таком непримечательном месте. И не совсем было понятно. Лично для меня. Отлично. Так, это для Обеликса. Так, погоди. О! Сука! Ладно. Так, слушай, я могу... А смысл? Хотя... Нет, смысл нахер. Нахер эту X3. Без нее обойдемся. Все отлично. Так, там ходят римляне, но почему-то на меня им по барабану. А, вот все. Двое не особо сагрились. Так, вот этот, короче, он может меня скинуть в пропасть. Поэтому его надо первого кокнуть. Супер. Следующий. Отлично. Блин, а где Обеликс? А, его надо поднять. Обеликс, пойдем. Разобьешь парочку железных ящиков. Для того, чтобы пройти дальше. Супер. И для того, чтобы поднакопить нам еще 10 тысяч шлемов для покупки нового приема, который мы, кстати, сегодня говоря, и испытаем. Так, эти сыкунишки решили побежать к своим сотоварищам, за что и поплатились. Так, господа викинги, погодите пока. Сейчас мы тут все посмотрим без вас. Так, тут, короче, какой-то блок надо будет передвинуть. Так, там лаврового венка вроде как не было. Тут сова какая-то. Иди отсюда. Так, давай передвинь. Так, согрелись. Пошли дальше. Тащим. Там уже впереди меня ждут. Что-то особо атаковать меня не хотят. Ясно. Пошли. Да сколько вас тут, блин? Тащим. О! Так, это что это? Да, это продолжение пути. Пока туда мы не пойдем, сначала пойдем вот сюда. Потому что здесь есть викинги. И там, вдалеке, виднеется венок. Двое! Супер. Там еще один есть римлянин, я вижу. Все отлично, плывем. О, я так и знал, что камера специально для этого отдаляется. Ты
Отлично. Так, там дополнительную жизнь я видел. Цапля, спасибо. Нифига! Это летучие вот эти вот, которые, да? Это какие-то новые, слушай. Это какие-то новые римляне, я их не видел ни разу. Охренеть. Прикол. Так, давай. Ты задолбал. Ешь. Откуда они появляются? Ctrl-C, Ctrl-V нахрен. Здесь работает. А я на секундочку, ребят, напоминаю, это уровень будет довольно долгий, поэтому здесь мы застрянем надолго. По крайней мере, я так думаю. Отлично. Пока идем дальше. Надеюсь, этот уровень будет разнообразен так же, как Греция. Потому что Греция мне пока единственная локация в игре, которая понравилась еще и в плане музыки. Ну, а здесь просто ночное это. Ночное рандеву. На бульваре Рос. Так, а что, нету? А это что такое? О, кнопка. Секунда. Так, кнопка. Подожди секунду. Так, вижу, где-то кнопка может располагаться. Это значит, что... Так, сейчас будет город, это супер. Так, подожди, а что здесь нету этих? Я так понял, здесь нету этих. Я так понял, здесь нету зелий, поэтому придется сражаться с тем, что мы имеем. Благо, мы можем сейчас сделать одно комбо, которое мы выучили в предыдущей серии, но оно пока особо мне не помогло, если честно, против целой армии. Потому что вроде я его использую при многочисленной армии, а толку нет, смотрите. Вот так. А, окей, вот сейчас он стал работать внезапно. Вот он сейчас стал внезапно хорошо работать. Давай, 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 давай. Походу они решили всех созвать на один сочельник. С того берега решили всех созвать, сволочи. Так, что тут у нас? Так, собираем, собираем для нашего будущего комбо. Заодно кнопочку активировали, которую, скорее всего, когда мы все их активируем, то либо нам дадут много золотых шлемов, либо нам дадут венок лавровый. Музыка из начала игры. Почему бы и нет. Так, вижу еще кнопку. Супер. Так, здесь, скорее всего, будет тележка. Раз, раз, раз идет вот такая вот, типа, как линия электропередач, значит, там будет тележка, на которую мне нужно будет усесться, и меня будет тянуть Обеликс. Так, давайте пока мы здесь не забудем кнопочку. Где она? А где она? Я ее прям видел. А, я понял. Ладно, я понял. Так, а тут что? Так, секунду. О, X10. Блин, спокойно. Тихо, спокойно. Спокойно. Да еб твою мать. Тихо, тихо. Давай. X10, давай, 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 давай. Прибавь, умножь, умножь. Очень много мне сделай. Сделай мне очень много. Все, супер. Не успею. Ну ладно, сколько успел. Так, погнали. Так, про кнопочку, ребята, если что, мы не забыли. Let's go. Так, отлично, теперь идем штурмовать треугольные армии римлян. Так, а тут что? Так, тут закрытая дверь, я понял.
Так, треугольная армия римлян. А как их убить? Они меня протыкают, секунду. А мне их не убить. Слушай, а мне их не... А, вижу. Одно их место, оно какое-то слабое. Еще бы угадать, какое. Нет, оно не... Блин, оно мне кажется слабым. Ладно, окей, тогда не будем трогать их. Мы просто перепрыгнем, все. Так, погоди. Секунду. Так, 3 икса, подожди. Секунду. А это что такое? А так ничего мне не дает вроде как. Так, давай. Так, на кнопочку нажали. Ага, я понял. Все, окей, это не венок был, но это тоже неплохо. Так, пока, значит, 3 икса мы не берем пока. Потому что пока что мы должны с вами встать вот сюда, кнопочку активировать и поехать до рычага. Я там видел рычаг, едем к нему. Let's go. А, меня Обеликс должен тащить, серьезно? Так, а он может, ударять? Так, нет, не может, я понял. Потому что у них, понимаете, в чем прикол? У них у всех копья. Поэтому на них нападать нет смысла. Я, конечно, примечал у них, что, дескать, у них есть одно какое-то слабое место, которое не защищено копьями. Но я не рискую их атаковать. Незачем. Так что давай. Так, Обеликс, погоди. Астерикс, вернее, погоди. Все очки разобьем. Золотые соберем. Тогда... Ну, нет, не наплевать тогда на этот, на X. На X'ы нам тогда пока не наплевать. Просто мы пока этим заниматься не будем. Так, вижу, короче, этот. Вижу еще одну трубу, которая, скорее всего, мне даст, возможно... А где Астерикс? Стоп, а где Астерикс? А почему он назад поехал? Типа потому что я начал плавать? Или что? Не понял. Ладно, окей. Не совсем понял, зачем, почему Астерикс обратно поехал. Ладно. Давай, короче. Супер! Let's go! Давай. Есть. Есть курить. Ладно, насрать на X3. Есть курить, все. Насрать на X3. Хрен с ним. Так, спокойно. Сейчас приду. Понимаете, там целых 3 икса. Я мог получить сразу 9. Но не получается. Не получится, к сожалению. Блин, а ведь придется еще раз туда лезть, слушай. Ладно. Оки-доки, придется лезть туда еще раз. Придется туда лезть еще раз. Там мы хоть этот получили. Зелье нужно нам. Ну и ладно. Лишняя ходьба нам не помешает. Так, и что там? Ну, в принципе, если у нас, ну, скорее всего, не получится, потому что пока мы будем бежать, пока это... Ну, давай попробуем. На скорость. Главные герои же не особо-то бегать не умеют, поэтому можем не успеть увеличить наше количество шлемов. Не успели. Ну ладно. На лишний раз, ребят, напомню. Нам нужно 30 штук. Так, опять канатная дорога, по которой нам нужно будет ехать опять. Понял. Говори, глаза, вас понял. Ладно. Так, центурионы. Нам нужны центурионы.
Так, можно устроить здесь битву на воде, почему бы и нет. Но почему-то... А, ну ладно, окей. Просто какие-то римляне, а не сапунишки. Так, давай. Центурион мне нужен. Младший центурион, который почему-то от меня решает убегать. Так, давай. Прыжок, прыжок, ФР. Неплохо. Ой-ой-ой, они меня сейчас проткнут, слушай. Мне здоровья не хватает. Слушай, мне здоровья не хватает, погоди. У меня жутко не хватает здоровья, подожди. Слушай, у меня жутко здоровья не хватает. Блин, а, тихо. Тихо-тихо, хорошо поворачивать камера. Все, супер. Можно рваться в бой снова. Почему от меня центурион убегает? Стой! Нужен мне для миссии центурион. Я понимаю, он с сакунишкой и так далее, но блин. Так, окей. Блин, не достали, ладно. Не достали, к сожалению. Ладно, хрен с ним. Без музыки это неинтересно проходить. Буду честен. Ну-ка, если еще раз. О! Блин, я не достаю его. Хоть ты треси, я его не достаю. А если продолжают прибывать, они как будто это... Пока всех центурионов я не убью, они все респавнятся. Ебого, они как будто бесконечные. Подожди. Подожди пока. Подожди. Не, рил, они как будто бесконечные. Эти римляне. Короче, в предыдущей серии у нас были летающие римляне. Сейчас теперь бесконечные римляне. Они не заканчиваются и не заканчиваются. Они больше... Они все больше и больше прибывают. А все потому, что я не убил еще одного центуриона. Все, осталось еще 3 центуриона. Они от меня убегают, эти центурионы. Я их не могу достать. Вот так. Нет, я их не достаю, охренеть не встать. Ладно, окей. Подождут пока. То есть пока сидят, меня ждут. Там, короче, X10 я видел. Я вот его возьму. Бери. Супер. Поехали. Отлично. Пункт на жизнь. Иди борись со мной. Супер. Отлично, в центуриона попал. Остался один. Остался один, и бесконечное число этих римлян уменьшится в разы. Не, реально, они все... Вот центурионы, они все сакунишки, ей-богу. Он убегает и убегает, я его не могу догнать. О, загнал в угол. Наконец-то, все. О,
Ну, зато хотя бы исчезли бесконечные римляне. Слава тебе, Господи. Они хоть перестали пребывать. Да знаю я, куда мне идти. Мне сначала надо еще эту тележку найти. И собрать 30 тысяч шлемов. В следующих уровнях, наверное, будет 40, потом 50. Я почему-то вот в этом более чем уверен. И я буду орать, если я их соберу в конце. Вот эти 40 и 50. На каждом уровне. Тупо только в конце. И все, и больше нигде. Не, серьезно, музыка вот на этом уровне, она вообще не подходит для этого уровня. Она подходит вот именно что для начала игры. Вот, потому что эта музыка была в начале игры. И вот она очень подходила под начало. А вот под этот уровень конкретно он не подходит, на мой взгляд. Блин, с увеличителем это было бы собирать веселее, чем просто их бить. У меня опять начинается сушняк. Мне опять становится скучно от битья вот этих вот ящиков. Мне становится скучно, реально. Я не хочу дальше их бить, все. Они мне надоедать начинают. Эти ящики, они мне надоедают, серьезно. Я в каждом уровне, я устаю их бить. Мне их бить вообще неинтересно в этой игре, серьезно. Эти ящички. Надо, наверное, сыграть в какого-нибудь Спайро, я не знаю, в котором нет такого геморроя с этими ящиками. Я более чем уверен. А может быть и есть, но он не такой раздражающий, как здесь. Ладно, поехали. О, зашибись. Прыгуны. Молодец. Супер. А это вообще нормально, что они постоянно мажут? I guess, думаю, да. Ладно, пока на них наплевать. Надо успевать разбивать эти ящики, потому что иначе я потом забуду их выбить. Так, я, короче, понял, что дальше нам нужно будет делать. Нам надо дальше будет освободить проход для Обеликса, потому что там находится... кнопка для открытия ворот, которые мешают пройти Обеликсу. Серьезно? Вы издеваетесь? Я понял, вы издеваетесь. Вы надо мной в игре издеваетесь порой, ставя ящики там, куда попадают шлемы, я их не могу потом взять, нормально. Вот, серьезно, разрабы ставят ящики в самый угол, я их разбиваю, шлем остается в самом углу, я не могу их потом достать, зашибись. Просто охерительно. Ладно. Поехали дальше. Да ты что будешь делать? Давай. Поехали дальше. Давайте еще римлян. Что-то они на меня особо не агрятся. И вообще на меня похер. Вообще насрать. Все, давай, действуй. Я так понимаю, вообще будет насрать на Обеликса. Раз они его не будут атаковывать. Они будут да, им вообще насрать на Обеликса. То есть они стоят, они даже не атакуют Обеликса, пока меня там нет. Как только я там буду, они начнут атаковать. А пока нет. А пока они сыкунишки. О, вот эти вот мне сейчас дадут просраться. Они не бьют больно, но они... Вот, видите, они не наносят урона, но они меня отталкивают. Да, надо, короче, делать так, чтобы их не было двое на одной площади. Иначе тяжело их бить. То есть эти вообще не наносят урона, они просто меня толкают.
и не дают прохода. Так-то их можно, на самом деле, можно мимо них пройти, но они не дадут пройти мимо. А с них можно собирать шлем. Здесь потому что в игре каждый шлем решает покупку. Ну ты сука. Нет! Сука, тварь такая, там было. Мразь, я понял. Там, понимаете, в чем дело? Там были эти золотые щитки. В этих золотых щитках был, по-моему, X, не помню сколько, X3, по-моему, или сколько там, неважно. Вот. Меня, короче, один из этих римлян столкнул меня просто к этой тележке. Зашибись. Я просто сейчас мог это все взять. И сейчас мне придется опять обратно идти к тележке, чтобы потом воспользоваться. Ну там путь-то недалекий, но тем не менее. Я, блин, сражался с ними. Я к этому шел, чтобы вот так вот меня потом это... А, там еще, кстати, римляне, но действительно. Которые появились-то, когда это... Когда с Обеликсом ехал. Ну, короче, сейчас придется бежать обратно, чтобы меня Обеликс обратно повел на крышу. Потому что там я не собрал вот эти вот шлемы, потому что меня один из римлян просто столкнул на эту тележку. На которую, естественно, встает автоматически Астерикс. И он с нее не слезает. А, ну это вроде пропасть вниз, я так понимаю, да? То есть... А, замечательно, короче. Вот это просто шик. Ребят, вот это просто шик. Вы, ребят, это видите, да? То есть, как только я, будучи Обеликсом, пользуюсь тележкой, в котором есть Астерикс, снова прибывают римляне. Супер. Так, где они эти? Мудозвоны. Я отомщу. Я это просто так не оставлю. Я отомщу. Я вообще не знаю, как от них уклоняться и как от них это блокировать удары. Мне почему-то кажется, что это невозможно. Супер. Все, и там как раз есть римляне, которые мне сейчас помогут с этим. Отлично. Супер. Так, теперь у нас орудие. Стреляем. Погоди. Let's go. О, что я вижу? Еще по кнопке попасть. Подожди, по кнопке попади. Красиво. Так, а там есть еще один проход. Подожди, там есть еще один проход. Так, а его можно подвинуть? Давай подвинем. Подвинем. Тяни, тяни. Вон как раз есть блок. Стоп. Отлично. Смотри, короче, пушка еще и стреляет вверх. Это круто. Супер. Так, слушай, я же могу здесь расстрелять этих римлян. Подожди, там Центурион стоит. Ну-ка, секунду. И там еще римляне. О, отлично. Сейчас соберем заодно. О, катапульта на следующий уголок уровня. Все, сейчас здесь все дособерем и идем дальше. Отлично. Так, а там что было? О! А у нас, по-моему, все были, да? Или не все? Не помню. Не помню, если честно. Ну все, поехали дальше. Ну что, поехали дальше.
Так, мы у замка. Точнее, мы на его заднем ходе или типа того. Так. Опа, поехали. Так, а это куда? Так, нет, я по воде не могу бегать. Я не Иисус. Так. Точнее, я не типа Иисус. А и зачем это нужно было? А, не серьезно, а зачем нужно было зелье? Для чего? Типа были впереди какие-то враги? Я их не видел. Ладно, я вас понял. Непонятно, зачем нужно было это зелье. Так, я вижу, короче, этого друида, который отвечает за сохранение в игре. А, вон там враги, да? А, там не враги, там этот. Там наш пустомеле стоит, который отвечает за испытания в игре. Ладно, пускай подождет, сейчас мы соберем нужные шлемы для покупки новой способности, которую мы сегодня протестим, если сможем, если успеем протестить, конечно. Если сегодня не успеем, значит успеем в следующей серии. Тогда уж. Так, подожди. Погоди. Там мне, по-моему, показалось, там что-то вроде лежит, нет? Нет, там просто показалось, да, наверное? Да, наверное, там просто показалось. Здесь ящичков нет. Вот здесь, короче, водный участок уровня, он здесь явно не просто так. Что-то он от нас скрывает. Ой, как я думаю... А, вот там зелье, кстати, вон я вижу, по-моему. Да? Да, хорош. Так, слушай, я, короче, могу проскипать, наверное, того пустомелю. Он нам не нужен. Без него справимся. Справимся без него. Он нам не нужен. Давайте, 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 мальчики, давайте, 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 подходите. Не стесняйтесь, давайте, 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 давайте. Давай, 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 давай. Отлично. Так, погоди. Стоять. Секунду. Так, центурион ко мне бежит. Ты чего вокруг меня катаешься? Стой. Стой на месте. Стой на месте. Спасибо. Так, подожди. На дальних участках моря нет никого. Полетай-ка. Так, видишь, короче, там зелье, подожди. Да, сейчас еще соберем заодно этим. Ну ладно, давай посмотрим, что он скажет. Войска Цезаря поняли, что ты следуешь по их следу. Они полностью разрушили мост, чтобы замедлить вас. Вы, раз вы настоящие герои, вы точно найдете способ перебраться через эти руины. А, ну короче говоря, бесполезная катсцена. Торопись, твои друзья нуждаются в тебе. Ну, короче, бесполезная катсцена, которая не нуждалась в моем присутствии, потому что я и без него понял, куда мне идти. Я даже не просто понял. Я атаковал их с фланга. О, еще и получил тиару, супер. Я-то думал, что тиара находится где-то в океане. Море-океане. Так, я, по-моему, видел тиару еще одну, или типа того, вон там была какая-то. Или это... Или это... Или что это? Давайте посмотрим. Секундочку, там внизу вот что-то было. Вот это что такое? Что это такое? Тиара под водой! А как я под воду уйду? А как я под воду уйду? Мне под воду не уйти, подожди, вон там тиара под водой, а как? Я не умею под водой работать-то, чё за фигня? А, ну, наверное, она не под водой, она, наверное, в здании, типа того.
Непонятно, короче. Так, этих мы можем игнорить, потому что они, во-первых, не наносят урона, а так они просто сталкивают, то есть их можно просто пропрыгать. Толку от них, короче, никакого нет. То есть на них можно просто наплевать. Протифукать их и все. А я не понимаю, там находится внизу Тиара. Подожди секунду. Так, подождите, товарищи римляне. Ладно, окей. Потом вниз на мост спустимся. Я надеюсь, там упасть можно как-нибудь. Ой, а где я? А. Отлично. Так, нет, подожди, можешь же как-то, наверное, там оттуда спуститься. Ладно, спустимся позже. Нет, подожди, там, короче, одна тиара находится под водой. А главный герой не умеет погружаться под водой. А как мне ее достать тогда? Если только там не нужно будет потом осушить участок осушить этот участок, чтобы потом можно было до нее добраться. Короче, посмотрим, что можно будет сделать. И можно ли будет это вообще сделать. Так, там, короче, вот мне надо вот сюда. Потому что здесь есть вот такой участок. Потом можно собрать шлемы для магазина, для будущего. Все шлемы не соберем, потому что какие-то уйдут под воду. А нам на это насрать. Так, еще какие-нибудь там есть, нет? Тиарочки. Тиарочек больше нет. Есть вот такой вот. Смотри-ка, что, нифига. Обалдеть. Обалдеть, короче, какой участок уровня я нашел в игре. Ой, там еще и Цезарь. Вон, смотри-ка, что, куда мы потом пойдем. У-у-у. Круто. А это что такое? А здесь что такое? Здесь ничего такого нет, окей. Мне серьезно, а как я туда попаду, если мне туда не попасть? Он вообще под водой находится, а главный герой, по-моему, не умеет нырять. Подожди секунду. Давай, короче, посмотрим настройки. Управление. Давайте посмотрим, может ли он нырять. Не умеет он нырять. Изменить настройки рендеринга. Но это этот. Переключаться между режимами. Ну то есть главный герой не умеет нырять. В игре они не умеют нырять. Не то ж ни Обеликс, ни Астерикс. Не умеют нырять. Зашибись. А как, позвольте мне добраться до Тиары? Ну короче, понятно. Игра нам предлагает добраться до Тиары так, как мы не умеем до нее добираться. Это просто супер. Это просто жесть, короче. То есть разработчики, видимо, это как-то не предусмотрели, что типа есть участок уровня. Я не знаю, короче, ребят, как мы это будем делать. Я вам серьезно говорю, я не знаю. В игре есть участок уровня, до которого добраться невозможно. По причине того, что в игре отсутствует ныряние. То есть надо, наверное, как-то с какой-то высоты упасть, чтобы Астерикс приземлился, ну, еще ниже по воде. И я не знаю, ребят, я честно признаюсь, я не знаю, я в душе не туше. Я вообще не представляю, как я до туда доберусь. Мне не добраться до туда. Просто, ну, не надейтесь, ребят. Вон, видите, где оно? Я вообще не знаю, как я это сделаю. Так, обходим нашего Цезаря. А вы мне, сразу вспоминается. Вот, и как я до туда доберусь? Как? Просто как? Это невозможно. Это вообще невозможно. Это полный impossible. Если вообще до туда добраться возможно. По-моему, нет. Что за испытания в игре мне дают разработчики, в котором я не могу добраться до определенной тиары? Потому что отсутствует нужная механика в игре.
Потому что ее нет. Серьезно, главные герои не умеют нырять вообще. Так, это типа кот, да? Это типа кот. Ладно, окей. Ну, короче, сейчас мы этот участок уровня пройдем и разберемся, что к чему. Так, вернемся, если что. Подожди. Я забыл. Я просто в какой-то момент забыл. А где еще один? А, один вообще застрял на этом. Когда до меня бежал, он застрял. Так, ну допустим. Ну допустим, подожди, допустим. А, нормально, короче, мне поставили платформу, я понял. Я понял. Давай, заходи, Обеликс. Так, подожди, короче. Нифига. А что такое? Ух, ёкарный бабай. Так, ладно, погоди. Не надо отдалять мне камеру, блин. Нет, эти X10 мне сейчас они не нужны. Потому что они не дадут ничего. Так, во-первых, короче, мне нужно сейчас вернуться обратно по причине того, что там есть, короче, огоньки, которые мне сейчас могут помочь. Возможно, взять тиару. Я не знаю. Просто, ну реально, тиара находится под водой. Я как ее тут достану? Я ее не достану. Надо, короче, сейчас мне воспользоваться прохождением, чтобы понимать, как достать тиару под водой. Потому что я, если честно, вообще не представляю, как я это сделал без механики ныряния. Значит, что у нас есть? Красный, зеленый. Это типа мне нужно будет вести? Это мне надо было запомнить. А, я понял. Я понял. Вот так. Так, я надеюсь, это она была. Я очень сильно надеюсь, что это она была. Надо проверить. Так, а как я это проверю? Не она. Окей. Значит, ищем в интернете, как достать тиару под водой. Смотрите, ребят, короче, я, оказывается, изначально правильно думал, что мне действительно нужно самого верхнего этажа. Вот сейчас давайте, вот сейчас мы снова проедем в третий раз уже этого Цезаря. И вот самой верхней платформы, то есть я, оказывается, правильно думал, с самой верхней платформы мне надо ринуться вниз, чтобы вода, чтобы Астерикс действительно мог нырнуть в этот самый момент. То есть он умеет в игре нырять, но по особой механике, смотрите. Вот и все. Это... Ну это, ребята, цирк, серьезно. Это какой-то цирк, ей-богу. Я серьезно, ребят. Я даже в игре не представлял, что, оказывается, можно вот так это сделать. А как я должен был до этого догадываться, я совершенно не понимаю. Там вот есть жизнь, но там рядом стоят зачем-то 2 X10. Не совсем понятно зачем, потому что мы уже вроде... Тут врагов вроде в игре никого нет, поэтому какой смысл? Непонятно. Ладно. Короче, давай открывай ворота и идем дальше. Нам X10 сейчас не понадобится, вообще не понадобится, он нам ни к чему. Абсолютно он нам будет ни к чему.
Блин, вот зачем я это сделал? Может, там был этот секретик какой-нибудь? Может, там находится нужная нам тиара? Ладно. Короче, вот, ребят. Короче, до одной тиары мы все же добрались самым очевидным путем, до которого я доходил не сразу. Но мы дошли, тем не менее. Мы смогли угадать. Не сразу, но смогли. Замечательно, короче. То есть, как я, так Обеликс прыгать умеет. Как искусственный интеллект, Обеликс не умеет прыгать, зашибись. Просто супер. Это просто шик, ребят. Обеликс умеет прыгать только в определенных местах. Просто жесть. Ящики здесь зачем расположили? Как будто здесь секретик какой-то. Наверное, не знаю. Но это нам ни к чему. Так, там мы уже были внизу. Так, нам надо сейчас... Вот сюда. А зачем? А, ну типа пушку двигать. Да, не, погоди. Вот так, все, теперь поехали. Супер. Отлично. Короче, торговец в этой серии, он куда-то пропал, ребят. Да, надо было открыть ворота. Так, и сейчас с помощью этой кнопочки. А это мы можем двигать? А там есть какие-нибудь? Но там есть одна такая штучка. Серьезно? А тут? И тут есть. А тут нет. Подожди, тут нельзя затянуть. Окей, подожди. Тут тоже нельзя затянуть. А, ну все тогда. А, ну все тогда, смотри, короче. Поехали. Я понял. Супер, идем дальше. Так, за Обеликса мы играем. Супер. Круто. Так, это что такое? А, это доска простая. Так. Так, а там что? Ничего? Ага. Во-первых, не знал, что я могу с этого упасть. Во-вторых, тут вроде как нету ничего. По крайней мере, я тиар здесь не вижу. Блин, типа того. Но. Я хотя бы узнал, что я могу отсюда упасть. О, там как раз катапульта на этот случай поставлена. Так, ну слушай, смотри, вон там вот есть что-то интересненькое. Там есть вот X10 и этот. Супер, вот надо бы сейчас только попасть в этот X10. И не случайно не взять какие-нибудь шлемы, блин, вот что я и сделал. Ну ладно, мне хоть прибавили, на том спасибо. Но, блин, Обеликс, он очень медленно, он более медлительно плавает, чем Астерикс. А все вроде, да? Все вроде. Больше ничего нету.
Вроде больше ничего нету здесь такого примечательного. Можем специально вот так поплавать, посмотреть, а то мы мало ли тут что может. Мы пропустим. Да вроде нет. Да вроде нет, нет, здесь больше ничего такого нету. Поэтому плывем обратно в прыжке, потому что Обеликс очень долго плавает. Поэтому плывем обратно в прыжке. И с помощью катапульты мы приземляемся туда, где мы свалились. Спасибо за катапульту, хоть. Thank you. Отлично. Так, давай. Во, еще и летающие эти шняги. Ой, ядра в меня пуляют. Охреневшие мрази, я понял. Отлично. Ой-ой-ой, тихо. Астерикс почему-то решает мне не помогать. Да ты чё творишь, а? Да, посмотрим, как работает комбо у Обеликса. А, комбо, комбух у него нет вообще, я понял. У Обеликса вообще нет комбуха. Он сам как комбуха, видимо, да? То есть комбухи здесь, они исключительно для Астерикса. Плохо. Супер, чисто. Так, туда я падать не хочу. Там, скорее всего, будет гамовер, поэтому нахер надо. Собирай, 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 собирай. Так, Астерикс, кстати, за мной не прыгнул за мной. То есть, получается, нам надо... Ага, ясно. Я понял. То есть, нам сейчас нужно каждому проделать путь. Прикол. Окей. Сейчас сделаем... О! Так, я их могу скипать. Но не хочу. Так, внизу есть, короче, еще одна дорожка. Давайте пойдем по ней. Я думал уже спрыгнуть с нее. А это вообще нормально, что в игре здесь есть эти штуки-то, которые... А что такое? А, нельзя пока сюда. То есть надо сюда прийти потом попозже, когда будет со мной этот Обеликс. Добавим, короче, что края карты там они помечены такими квадратиками, ладно, окей. Ой, опять летающие хери. Там опять летающие хери. А. Прыгуны. Блин, один упрыгал. Отлично. Собирай, 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 собирай. Собирай, 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 собирай. И собирай, 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 собирай. Там Центурион. Ща, ща, ща. Погоди. Погоди, 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 погоди. Не спеши. Погоди, не спеши. Не спешите, подождите. Сейчас все соберем и пойдем дальше. Ага. О, а там, кстати, этот есть. Но я раз ящики разбил, то уже нет смысла уже возвращаться туда. Я потому что вижу дополнительную жизнь, но уже поздно до нее добираться. А можно, конечно, попробовать допрыгнуть, но, по-моему, мы не допрыгнем. Нет, она больно высоко находится. Нет, не надо. В оригинале интересно, как выглядит. У-у-у. В оригинале это выглядит лампово. Местами даже мрачноватенько. Ну ладно. Так, отлично, мы с вами второй рычаг активировали. Теперь идем к последней. Все. Последнему рычагу.
Отлично. Шаг впереди. Стелла была активирована, нам она ни к чему. Потому что она вроде как не дает нам... Тиара нам, не дает. Так, но зато есть, короче, этот, блин, обратите внимание. Вот. В самое неподходящее время появился этот чертов торговец. И я еще не собрал 30 тысяч. Но я могу хотя бы пополнить свои жизни. Но мне нужно 30 тысяч. Ну ладно. Ну слушай, ну я не очень-то много и потратил на эти самые дополнительные жизни. Окей, придется пока тогда повременить. Придется повременить пока. Ну, может быть, конечно, мы сейчас соберем эти жизни, но нам придется оттащиться обратно наверх. Ну, в принципе, мы сейчас можем эти жизни собрать. Давайте, собственно говоря, эти жизни... не жизни, вернее, а... шлемы. Мы сейчас можем их собрать, в принципе. И идти дальше. Здесь, кстати, нету этой тиар. Здесь, кстати, тиар нету, как я вижу. Я могу вот так допрыгнуть? Ага. То есть ящики здесь поставлены специально на случай, что вот придется вот так прыгать. Нет, не соберем. Не соберем мы сейчас 20, 30 тысяч. Мы сейчас не соберем. Не соберем. Не соберем. Обидно. Очень обидно. Ну ладно. Я надеялся, что я соберу. Неа. Не выходит. Ладно. Ладно. Значит, получается, тогда в следующей серии, получается, мы с вами возьмем еще одно комбо. И там остается последнее комбо, и оно наверняка будет стоить всего 1040. Вон, кстати, как раз друид появился. И внезапно... кораблик. Вот это да. Вот это да. В следующей серии мы с вами поплывем на кораблике. Why not? Why not? И ща прикинь, вот я соберу сейчас эти золотые эти и будет 30. Не будет. Не будет. Не будет. К сожалению, не будет. Неплохо. Неплохо придумали, короче. В следующей серии будет плавать на кораблике. За блин! Черт. Забавно. Забавно. Ладно. Окей, поплывем на кораблике. Хорошо. Хорошо, поплывем на кораблике. Почему бы и не поплыть на кораблике? Давай, буди друида. И сохраняемся. И пока доживаем до следующей серии. Все. В следующей серии мы с вами продолжим. И соберем все эти 30 тысяч. И получим новое комбо. Заодно его испытаем. На этом все.